Здравствуй, дорогой читатель. Приготовься выслушать перечень зверей, царствующих, величавых, гнутых, вызолоченных, пришибленных и низко кланяющихся. Причеши голову твою, если есть борода, сбрей ее, вымой руки и сядь. Для тебя, читатель моих сочинений, приготовлены эти странички. Легкий дымок вьется вокруг головы твоей, ногами своими ты гладишь кота, а в руках держишь медную птичку. Думаешь ли ты посмеяться над буковками моими? Или ты думаешь, подобно безумной графе, пронестись мимо глаз моих, оставляя в воздухе пестрый пух стон? Не спеши читать. Не приготавливай улыбки на безобразном своем лице. Не скачи куда-то в бок от меня. Дай тебя разглядеть. Может быть, ты крив, и у тебя слишком узкие плечи. А может быть, ты спишь в грязи, а днем у тебя потеют руки. Может, и ума-то у тебя нет никакого. Может быть, ты просто дрянь. Так и скачи дальше, смейся, делай все, что ты захочешь. Потому что у меня есть и другой читатель. Получше тебя. Он не крив и широкоплечий. Он живет в достатке и спит на чистом белье. Руки моет хвост и сморкается в белоснежные тряпочки. Он умен, это видно сразу. У него на лбу вертикальная морщинка, а глаза его всегда немного прищурены. Он одет хороший костюм на шерстяной материи. На голове он носит маленькую войлочную шапочку, а зимой поверх этой шапочки надевает верблюжий пошлык. Курит он почти непрерывно. Утром он курит короткую прямую трубку, а днем и вечером кривую. Иногда он курит и сигары. Ну, когда его угощают папироской, то курит и папироску. Он идеально читает, потому что всякую прочитанную им книгу он целует и прячет в сундук с
сделанный из темной карельской березы с медными пластинками на углах. Много есть различных зверей, царствующих, величавых, гнутых, вызначенных, пришибленных и низкокланяющихся. Но лучший из них — это той интерьер. Его мы помянем еще раз и прокричим ему «Ура!». На этом закончим перечень зверей. Еще раз крикнем «Ура!» той интерьеру и, не мешкая, перейдем к иной беседе. Зеленые деревья, покой наполнял мою душу. Еще по-прежнему нет никаких единых мыслей. Такие же клочья, обрывки, хвостики. То вспыхнет земное желание, то протянется рука к занимательной книге, то вдруг хватаю листок бумаги, но тут же в голову сладкий сон стучится. Сажусь к окну в глубокое кресло, смотрю на часы, закуриваю трубку, но тут же вскакиваю и перехожу к столу, сажусь на твердый стул и скручиваю себе папиросу. Thank you.
Я думал о том, как прекрасно все первое. Как прекрасна первая реальность. Прекрасно солнце и трава, и камень, и вода, и птиц, и жук, и муха, и человек. Но также прекрасны и рюмка, и ножик, и ключ, и гребешок. Но если я слеп, оглох и потерял все чувства, то как я могу знать все это прекрасно? Все исчезло, и нет для меня ничего. Но вот я получил осязание, и сразу почти весь мир появился вновь. Я приобрел слух, и мир стал значительно лучше. Я приобрел все следующие чувства, и мир стал еще больше и лучше. Мир стал существовать, как только я пустил его в себя. Пусть он еще без порядки, но он все же существует. Однако я стал приводить мир в порядок. И вот тут появилось искусство. Только тут я понял истинную разницу между солнцем и гребешком. Но в то же время я узнал, что это одно и то же. Теперь моя забота создать правильный порядок. Я увлечен этим. Только об этом и думаю. Я говорю об этом. Пытаюсь это рассказать, описать, нарисовать, протанцевать, построить. Я творец мира. И это самое главное во мне. Как же я могу не думать постоянно об этом? Во все, что я делаю, я вкладываю сознание, что я творец мира. Я делаю не просто сапог, но раньше всего я создаю новую вещь. Мне мало того, чтобы сапог вышел удобным, прочным и красивым. Мне важно, чтобы в нем был бы тот же порядок, что и во всем мире. Чтобы порядок мира не пострадал, не загрязнился от прикосновения с кожей и гвоздями. Чтобы, несмотря на форму сапога, он сохранил бы свою форму. Остался бы тем же, чем был. Остался бы чистым. Это та самая чистота, которая пронизывает все искусства. Когда я пишу стихи, то самым главным, мне кажется, не идея, не содержание, не форма и не туманное понятие качества, а нечто еще более туманное и непонятное рационалистическому уму, но понятное мне и, надеюсь, вам, милая Клавдия Васильевна. Это чистота порядка. Эта чистота одна и та же в солнце, траве, человеке и стихах. Истинное искусство стоит в ряду первой реальности. Оно создает мир и является его первым отражением. Оно обязательно реально. Но, боже мой, в каких пустяках заключается истинное искусство? Великая вещь — божественная комедия. Но и стихотворение сквозь волнистые туманы пробирается луна не менее велико, ибо там и там одна и та же чистота. А следовательно, одинаковая близость к реальности, то есть к самостоятельному существованию. Это не просто слова и мысли, напечатанные на бумаге. Это вещь, такая же реальная, как хрустальный пузырек для чернил, стоящий передо мной на столе. Кажется, эти стихи, ставшие вещью, можно снять с бумаги и бросить в окно, и окно разобьется. Вот что могут сделать слова. Но с другой стороны, как те же слова могут быть беспомощны и жалки. Я никогда не читаю газет. Это вымышленный, не созданный мир. Это только жалкий, сбитый типографический шрифт на плохой, заносистой бумаге. Нужно ли человеку что-либо помимо жизни и искусства? Я думаю, что нет. Больше не нужно ничего. Сюда входит все настоящее.
любьешь под комкой, что ты к ветру не летишь. Птичка с маленькой головкой залетела к нам в окно. С этой маленькой полутовкой мы знакомы так давно. Прошлый год в начале марта мы сидели в лесу кустом. Вдруг летит, как легкая карта, птичка с маленьким хвостом. Птичка с маленькой головкой уж облака летит. Человек идет с винтовкой, птичку пулей застрели. Только одно стихотворение, посылаю его вам. Оно называется «Подруга». Но это не о вас. Там подруга довольно страшного вида, с кругами на лице и лопнувшим глазом. Я не знаю, кто она. Может быть, как это не смешно, но в наше время это муза. Но если стихотворение получилось грустным, то это уже ваша вина. Не жалко, что вы не знаете моих стихов. Подруга не похожа на мои обычные стихи, как и я сам теперь не похож на самого себя. В этом виноваты вы. А потому я посылаю вам это стихотворение. Thank you.
тобой проходят годы, хладный рот позеленел, лопнул глаз от злой погоды в ноздрях, ветер зазвенел. Что в душе твоей творится, я не знаю, только вдруг может с треском раствориться дух твоих большой сон дух. И тогда понятен сразу будет всем твой сладкий сон, и твой дух, подобно газу, из груди умчится вон. Что ж ты ждешь, планет смятения, или движение звездных тол, или ждешь судеб смятения, опершись рукой на стол, или ждешь, когда желание из небес к тебе слетит, и груди твоей дыхание мысль в слово превратит. Мы живем неполным ходом, не считаем наших дней, но минуты с каждым годом все становятся виднее. С каждым часом гнев и скупость ловят нас в свой мрачный круг, и к земле былая глупость опускает взор вдруг. Когда настроят лиру и услышат лиры звон, будет петь и будет миру наша песня дольше на сон. Из высоких берегов будешь ты, поднявший веки, бесконечный ряд веков, наблюдать холодным оком нашу славу каждый день. И на лбу твоем высоком никогда не ляжет тень. Будут затронуты вопросы сложные и даже отчасти чересчур сложные, отдаленные от литературы и непривычные для рук писателя. Такие вопросы, как, например, поиски потерянной молодости, возвращение здоровья, свежести чувств и так далее, и тому подобное, и прочее.
такой туман у меня в голове. Ничего не могу сообразить. Хотел сесть на диван, а сел на корзинку. Хотел свечку зажечь. А вместо этого сделал что-то совсем другое. И получился пожар. Забегали люди, застучали пожарные топоры, зашипели под водяными струями пылающие балки. И вот я очутился на улице в одном платке, накинутом на плечи, с маленькой корзиночкой в руках, в которой лежали только три мелкие тарелки, линеечка, портрет зодчего Росси и машинка для распрямления туфель. Это все, что удалось мне спасти во время пожара. К тому же, еще сбегая по лестнице, я оступился и упал, ударившись при этом челюстью о чей-то керосиновый жбан, стоявший на площадке лестницы. Теперь меня сильно болела моя челюсть. Я прислонился к папиросной будке и смотрел, как догорает мой дом. Дитя торчит из колыбельки, съедает кашу наверху под самым потолком, засунула нянька кувырком. Горит стена, посуда ходит, бежит отец, отец, пожар. О, мой мальчик, мальчик, Петя, как воздушный бьется шар. Где найти мне обезьяну вместо сына, вместо стен? Печи острые на небо, дым пускает сквозь трубу. Нянька сонная стрекочет, нянька, где, что со мной? Мир становится короче, Петя призраком летит. Вот мелькнут его сапожки, тень промчится, и усы бьются с присвистом на крышу, дом качает, как весы. Нянька бегает в испуге, ищет Петю и гамак. Где ж ты, Петя, мальчик милый, что ж ты кашу не доел? Няня, я сгораю, няня! Няня смотрит в колыбель, нет его, глядит в замочек, видит комната пуста. Дым клубами ходит в окна, стены тощие, как пух, над карнизом пламя вьется, тут же гром и дождик льется, и в груди сжимает дух. Люди в касках золотых топорами воздух бьют, и брандмейстер на машине воду плеской в кувшине. Нянька к ним, вы не видали? Петю, мальчик, не дали, как вчера его кормила. Брандмайор, как это мило. Нянька, боже мой, но где ж порядок? Где хваленая дисциплина? Брандмайор, твой Петя рядом, он лежит у цепелина. Он сгорел, и папа стонет, жалко сына. Нянька, он узгорел, и тихо стонет, тихо падает. Настолько запутанно, что я предпочел написать третье. Но
эти два письма сбили меня с тона, и вот уже 11 дней я не могу написать вам ничего, кроме вот этого стихотворения. Поэтому я почти все время сижу у себя в комнате. По вечерам я сижу и читаю Жюль Верна, а днем вообще ничего не делаю. Сижу на веранде, смотрю на деревья. Я живу в одном доме с Веденским, и этим очень недоволен. Если я сочиню что-нибудь, обязательно напишу вам. Но сочинять в Курске, кажется, становится опасным. Thank you.
наши взоры дождь скорые считать. Небо падало завесой, опускалось за лесом. Камни прыгали в лопату, месяц солнцу не читал. Сколько времени не знаю, мы гнались за глазами. Только ноги подкосились и вышла пена на уста. Наши очи опустели, мох казался нам постелью. Но сказали мы нарочно, чтоб никто не отставал. На последнее сражение мы бежали, как сожжение. Как сожжение мы бежали, брат, подай, кому не жаль. Милая Клавдия Васильевна, я посылаю вам свое стихотворение, подслушанное мною «Спор золотых сердец о бешамели». Очень скучаю без вас и хочу видеть вас. Хоть и молчал столько времени, но вы единственный человек, о ком я думаю с радостью в сердце. Видно, будь вы тут, я был бы влюблен по-настоящему. Второй раз в своей жизни. Thank you.
моя дивная Клавдия Васильевна. С каждым письмом вы делаетесь мне все ближе, ближе и дороже. Я даже вижу, как со страниц ваших писем поднимается не то шар, не то пар, и входит мне в глаза, а через глаз попадает в мозг. А там не то сгустившись, не то определившись, по нервным волоконцам или, как говорили, старину по жилам, лежит уже в виде вас в мое сердце. Вы с руками и ногами садитесь на диван и делаетесь полной хозяйкой этого оригинального, черт возьми, дома. И вот я уже сам прихожу в свое сердце, как гость, и прежде чем войти, робко стучусь. А вы оттуда: пожалуйста, пожалуйста. Но я робко вхожу, а вы мне сейчас же: дивный винегрет, паштет из селедки, чай с подушечками, журнал с Пикассо и, как говорится, чекан в зубы. Опустив усталый вид, шепчет в ухо мне:
мощной рукою, отстраняя прочую, прикрываю путь ногой, восклицай, не твое, она, ты мне отрада, я твоя, твоя навек, я кричу, отстань, не надо, я женатый человек! Женат, авось, вина, возьми, употреби. Я кричу, возьмешь, а после не докажешь алиби. Ну тебя, пошла в болото, и поддав ее ногой прямо в дверь, без поворота, выше вон, вот я какой. Дай дал себя примерно, выше страсти и толпы. Я скажу, и будет верно, мы супружество столпы. Но я требую ответ на вопрос, молча вина, что в меня влюбилась эта вертопуся Камина. Часто вижу вас во сне. Вы бегаете по комнате с колокольчиком в руках и все спрашиваете, где деньги, где деньги? А я курю трубку и отвечаю вам, в сундуке, в сундуке. Я очень рад, что вы ходите в зоологический парк. Если вы ходите туда не только с тем, чтобы погулять, но и посмотреть на зверей, то я еще нежнее полюблю вас. Thank you.
Клавдия Васильевна. Больше всего на свете хочу видеть вас. Вы покорили меня. Я вам очень благодарен за ваше письмо. Я очень много о вас думаю. И мне опять кажется, что вы напрасно перебрались в Москву. Я очень люблю театр. Но, к сожалению, сейчас театра нет. Время театра, больших боям и прекрасной архитектуры кончилось 100 лет тому назад. Не обольщайте себя надеждой, что Хлебников написал большие поэмы, а Мирхольд — это все же театр. Хлебников лучше всех остальных поэтов второй половины 19-го и первой четверти 20-го века. Но его поэмы — это только длинные стихотворения, а Мирхольд не сделал ничего. Я твердо верю, что время больших поэм, архитектуры и театра когда-нибудь возобновится, но пока этого еще нет. Милая Клавдия Васильевна, как жалко, что вы уехали из моего города. И тем более жалко мне то, что я всей душой привязался к вам. Желаю вам, милая Клавдия Васильевна, всяческих успехов. Александр Иванович, кажется, тоже стал испытывать чувства к вам. Откажите, пожалуйста, ему удовольствие сидеть на скамейке, сидеть на скамейке, сидеть на скамейке. Откажите ему удовольствие сидеть на скамейке и думать о пище. Сидеть на скамейке и думать о пище мясной непременно. О водке, о пиве, о толстой брейке. Тем, что имеешь с теми, которые не имеют даже совершенно лишней пары брюк. Ведь что такое деньги? Я изучал этот вопрос. У меня есть фотографии самых ходовых денежных знаков. В рубль, в 4, в
в 3 и даже в 5 рублей достоинства. Я слыхал о денежных знаках, которые содержат в себе разом до 30 рублей. Но копить их зачем? Ведь я не коллекционер. Я всегда презирал коллекционеров, которые собирают марки, перышки, пуговки, луковки и тому подобное. Это глупые, тупые и суеверные люди. Я знаю, например, что так называемые нумизматы, это те, которые копят деньги, имеют суеверный обычай класть их, как бы ты думал, куда? Не в стол, не в шкатулку, а на книжке. Как тебе это нравится? А ведь можно взять деньги, пойти с ними в магазин и обменять, ну, скажем, на суп, это такая пища, или на соус кефаль, это тоже вроде хлеба. Нет, Александр Иванович, ты почти такой же не тупой человек, как и я, а копишь деньги и не меняешь их на разные другие вещи. Прости, дорогой Александр Иванович, но это не умно. Ты просто поглупел, живя в этой провинции. И должно быть не с кем даже поговорить. Посылаю тебе свой портрет, чтобы ты смог хотя бы видеть перед собой умное, развитое, интеллигентное и прекрасное лицо. Твой друг Даниил Хармс. Так начинается голод. С утра просыпаешься бодрым, потом начинается слабость, потом начинается скука, потом наступает потеря быстрого разума силы, потом наступает спокойствие, потом начинается ужас. Дорогие мои, дорогие
хорошие. И вся та наша жизнь есть борьба. Скоро кони мучатся, значит, им так хочется. 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 Значит, им так хочется. Значит, им так хочется.
Спасибо за внимание. Желаю вам приятного вечера. Спасибо. Приходите к нам в следующем сезоне. Мы приготовим для вас что-нибудь новенькое. Надеюсь, интересное. Спасибо.